Больше 200 обращений в работе у каждого из районов Сочи. Это вопросы, касающиеся повседневной жизни горожан. Где-то нужно обустроить детскую площадку, отремонтировать дорожное покрытие, установить урны или убрать брошенный транспорт. Отчет о выполнении наказов сочинцев, причем в определенные сроки, сегодня требовал первый заместитель главы города. Антилидером по числу невыполненных поручений оказался Адлерский район курорта. Из 165 обращений выполнено только 13, остальные пока в работе. Если эта программа так будет выполняться, но я очень извиняюсь, мы сегодня должны выйти к избирателям через 2-3 недели уже и говорить: вы знаете, мы потом будем, мы потом сделаем, мы потом расскажем. Вместо того, чтобы вы говорили вот об этом, об этом, об этом, и извините, у нас большинство из того, что вы говорили, сделано. Такая практика не присуща администрации города Сочи. Просрочек по выполнению обращений горожан быть не должно, подчеркивает Мукдин Чермит. И если при решении какого-либо вопроса ресурсов района администрации будет недостаточно, город всегда готов оказать помощь.